Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале 3D поделки. Сегодня я буду делать гаечный ключ. Предыстория, почему я решила его сделать. Ну, у меня отец работает в автосервисе. Там часто используют гаечные ключи, отвертки и куча всяких инструментов. И гаек очень много. И в связи с этим я решил попробовать сделать гаечный ключ. И еще я вам сейчас покажу значки, которые я сделал в прошлом видео. Ну, как бы почти сделал. Видео подвисало из-за программы. Я не понимаю, что там произошло. Программа не захотела нормально загружать видео. Так, надеюсь, вы насмотрелись на значки. Теперь я приступлю к гаечному ключу. Надо будет это все обвести, как обычно. Заполнить, придать форму в некоторых местах. К примеру, вот это место будет, ну, что вот в этом месте будет что-то типа впадин. То есть вот здесь по краям я еще нанесу один слой пластика потом. И здесь тоже это все будет выделяться, потому что должен быть хоть какой-то объем, а не просто гаечный ключ. Начинаем. Так, ну вот, я сделал. Теперь надо сделать, придать объем этой фигуре. Сначала я нанесу вот здесь слой. Такой. И вот здесь. Теперь надо вот это тоже нанести здесь еще по одному слою. Вот здесь, вот здесь. И, ну, придать такой объем. Так. Ну вот, я сделал. Теперь это все надо как-то отодрать от бумаги. И нанести потом второй слой такой же. Ну, то есть с другой стороны, чтобы это не было просто... Так. Чтобы был объем, опять-таки. Так. Ладно, сейчас остановлю видео и отдеру это ножом. Так, ну вот, я отодрал от бумаги ключ. Теперь наносим по второму слою вот здесь и везде, чтобы не было, ну, таких видно остатков бумаги. Вот, это просто пластик, когда оттираешь, он к бумаге прилипает. Вообще-то бумажку надо убрать. Бумаги прилипает, и получается вот так. Так, давайте сейчас сделаем контур и продолжим видео. Так, ну вот я нанес второй слой. Теперь надо нанести вот здесь тоже слой и вот здесь, чтобы было все равномерно. Так, давайте начнем. Так, вот, готово. О. Так, сейчас я нанесу вот здесь такой овал маленький. Ну вот, я сделала ключ. Интересно, и можно хоть какую-то гайку закрутить? Надо будет как-нибудь попробовать. 3D-ручку можно убирать, чтобы она уже не мешалась. Да, можно так создавать подделки. Вот здесь я нанес слой пластика, чтобы не было видно вот этих всех точек выпирания. Вот, как вот здесь, к примеру. Так, ну, вы, наверное, не видите. Ладно, не покажу. Ну, я нанес пластик, чтобы было более гладко. И чтобы было более красивее. Так, да, смотрите. Проведу вам экскурсию. Покажу.
как он выглядит. Сейчас я покажу ключ железный, такой же, но железный. Вот он. По размерам они подходят. Так. Как бы их так, как-то вот так. Смотрите. В принципе, схожи. Не только чуть-чуть. Все. Идеально. Похоже, да? Все. Вот они, красивые.